игрок Немана и не позволяет ему эту подачу сделать. Это был Павлюковец. Удар поворотом 2-1. Белшина. Забивает Белшина. Вот так вот. И, кстати, получает игрок сейчас травму. Вот это да. Давайте посмотрим повтор еще раз. Ну, неужели там же не было никакого контакта? Дмитрий Гомза. Приходит в себя Дмитрий Гомза. Дмитрий, ты молодец. Ты отыграл один мяч для своей команды.